Добрый день, дорогие друзья! И мы с вами находимся на торговой площадке на выставке ярмарки «Сделано в СССР», расположенной по адресу Москва, улица Большая Семеновская, дом 10, строение 13, второй этаж, в 5 минутах от метро «Электрозаводская». Поздравляю вас, мои дорогие, с праздниками прошедшими. И в честь наших любимых ноябрьских праздников здесь 3 дня были скидки. И прошел аукцион. Рада здесь приветствовать. Я опять на площадке «Сделано все в СССР». Сегодня здесь был аукцион, вы его увидите. И здесь было очень много интересных вещей. Вот я выиграла подобную вазу, только это желтая, а у меня была она синяя. Так. Поближе. Да. 50 рублей шестой номер. Все, хоть захотелось купить. А? 50 рублей. Раз. А почему рублей. Нет? Да? 100 рублей. 150 рублей. 200 рублей. 250. 300. 350. Раз. 350. Два. 350 рублей. 3. Проданные ручки. Делуччи. Ура! Италия. Практически золотые. А. Вот эта вазочка, такая кобальтового стекла, где-то у нас есть еще и вторая. Так что, опять же, повторюсь, если вдруг кто одну приобретет, можно вторую, ну, конечно, чуть подороже купить. Итак, вот такая ваза, исключительно целая, 50 рублей вижу, 100 тоже вижу, 150, 200, 250, 200, 300 рублей, 350, 400 рублей, 450, 500 рублей, 500, 550, 600. 600, Мария, 650, 650, раз, 700 рублей, 700 рублей, 750, чудесная кобальтовая ваза, 750 рублей, раз, 750 рублей, два, 750 рублей, продано. Ура! Ура, Мария Великотная, наконец-то, сегодня а кто у нас ее изготовил? Это у нас Дулева, 60-й год, для 60-го года, это старше меня на год, лучше сохранилось. Итак, вот она шикарно вот сохранилась. Да, я не буду брать, но она 50 шикарно. Рублей. Мне кто просто первый? Большую такую не надо. Супница не нужна. 20. Нет, ее же не обязательно использовать. Как можно как горшок для цветов сюда посадить. Да, рассаду. Да, да. Да. Сейчас это модно. Сейчас это модно. Итак, 50 рублей супница пошла. 50 рублей. Раз. 50 рублей. Ну, такой два, здоровый тащит. 50 рублей. 3. Это ковры просто ушли. Они вам не дали за 50 рублей. Я браво! Так, вот такой доливочный чайник. Это у нас, тоже шикарный. У кого нету, надо брать. Вот это да. Но он очень красивый. И утилитарно всегда используется. Итак, вот такой чайник. 50 рублей. Тишина. 50 рублей, 13 номер. Берите. 100 рублей. Раз, 100 рублей. Два. 200, 150 рублей. Да, я 150. 150 рублей. 150. Раз. Берите, 100, берите. 200 рублей. 200. Все, я ухожу. Раз. 200 рублей. Два. 200 рублей. Три. Продан чайник. Ну, хороший чайник. Нет, правда, хороший чайник. Так, ну вот такая вот вазочка. Вазочка стекло. Это вам нести. 50-х годов. Такая, я не знаю, что мне напоминает. Наверное, березку какую-то. Такая очень интересная, тоже кобальтовая, совершенно целая. Итак, Варочка. Никто? Опа, 50, 100, 150, 150, 200 рублей, 200 рублей, раз, 250 рублей, 250, 300 рублей, 300, раз, 300, 350, 350 рублей. Это что значит? Да. 400. А я думаю, может, вы забыли просто. 400 рублей. 450. 450. Раз. 450. Берите два, кто-нибудь. 400. 500 рублей. О, Мария. Хорошо, я выбываю. Да. Уступаю. Рублей. Раз. 500 рублей. Два. 500 рублей. Три. Ну, здесь и новый игрок может включить. Да. Какой номер? 32. Кстати, на аукционе я вновь встретилась со своей подписчицей Ниной. И мы с ней даже вместе боролись за право купить эту кобальтовую вазу. Но
шикарный чайник Дулёва достался все же ей. Ниночка, поздравляю. 50 рублей пошло. 50 рублей. Раз. 50 рублей. Два. 50 рублей. Три. Продано. Ой, за 50 первый рублей. Покупки. Поздравляю. А говорим, ничего не надо. Вам дороже 100 рублей не получится. Вот такая вот иконка. Здесь на ней изображена. Ну, кто не знает, я раньше вообще собирал пластику. Вот эту. У меня была очень серьезная коллекция. Когда, правда, пришло время X, когда нужны были деньги, я ее продал за очень приличные деньги. Поэтому я в ней очень хорошо разбираюсь. Это часть складня Параскева Пятница конца 19 века. Здесь еще у нее есть две створочки, на которых ангел-хранитель. Ну, разные есть створки, разная разновидность. Итак, 50 рублей, Параскева Пятница пошла. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 550 рублей. Раз, 550 рублей. Два, 550 рублей. Продано. Шестой номер. Поздравляю. Ну и что у нас тут? А, черный ящик. Есть претенденты. Конечно. Да, он пустой. Там может и большая вещь, а может и маленькая. Я, может, я туда пошинковал, белок капусты. А, он, да, нет, он пустой, да. Как это? Якубович, да, там. Я же забыл. Там же не ящик продают, а что внутри? Да. Купай, здесь внутри ничего и нет. А, не, есть. Итак, черный ящик. Коричневый. 50 рублей, 100 рублей, 150, 200 рублей, 250. 300 рублей, 350, 400 рублей, 450, 500, 500 рублей, 600 рублей, 650, 700 рублей. Блин, я говорю, настоять здесь черных ящиков, да, штук 20, и торговать. Чемоданы вон ищут. Да, чемоданы. Наверхи на них поставить, да, разыграться номер один. Ничего в нем не знаю, не помню. Так, 450, да? 750. А, 750. 800 рублей. 800. 850 рублей. Хорошая вещь. 900 рублей. 950. Вы подсмотрели, наверное, а? Нет? Да, понятия нет. Нет, там всегда что-то всегда хорошее. 1000 рублей. 1100 пошло. 1200. 1200. Раз. 1200. Два. 1300. 1400. О! 1000. У нас есть постоянные... Она выигрывает. Она просто рвет всех на части. Да, деньги да, есть, да. Понимаете? Я чувствую. 1400. Раз. 1402, 1400, 1500, 1600, 1600, раз, пока мужчина думает, да, быстро реагирует, 1602, 1603, продан черный ящик, я покажу сейчас. Мужчине все-таки? Нет, нет, женщине, сейчас найдем здесь что-то. Опа! Это шикарные щипчики, ой, щипчики позолоченные, 84-я проба, старые. Царские, конца 19 да. века. Серебро. Старинные. Я вас поздравляю. Дайте давайте похлопаем. Их. Ой, слушайте, поздравляю. Ну, еще не было плохого. Подобные щипчики для сахара на Авито стоят от 3 до 6 тысяч рублей. Выиграла их девушка с номером 6. Поздравляю. Но на этом аукцион не остановился. Все так увлеклись процессом, что решили разыграть и сам черный ящик. Ничего себе! 450 рублей, 500, 550, 600 рублей, 600, 650, 600, 700 рублей, 750, 750 раз, 750, два. 800, 850, 850 раз, 852, 900 хорошая. Рублей, 900 друзья, рублей, 950, друзья, 950 хорошая. Раз, 952, 950, 1000 рублей, 1000, дайте я молоток возьму, 1000, раз, 1000, два, 1100. Откройте ее. 1000. Ой, кстати, у нее эти целые, блин. Да. И, подождите, я целая. Что, не прочитал здесь? Подождите. О, так, знаете, она даже с шильником очень старым. Да.
1100. Я 1200 даю. 1200. 1300. Но она стоит вообще. 1300. 2400. 1500. 1500. Раз. Ну как же, ей же нужно, в нем же лежал ее щипчики. 1500. Два. 1500. Три. Поздравляем! Мне интересно посмотреть. Подождите, я сейчас отдам. А я не видел, что там что-то. У нас выигрыш. За сколько ушло это? Вот это вот. 450. А вот тот, вот на ножке. 200. Ой, я бы на ножке взяла бы. Ведь хрусталь. Скорее всего, не сегодня, а завтра. Всего в розыгрыше участвовало 22 приза. И на этой позитивной ноте я с вами и попрощаюсь. А вас ждет вторая часть уже с обзором товаров, которые были выставлены в те дни на продажу. Еще раз поздравляю с прошедшими ноябрьскими праздниками. Всем желаю здоровья, мира в душе и мирного неба над головой. До встречи, дорогие друзья!